Канал Руненштайн Айнс представляет. Война 2022 года. Проверьте ваш слух или ущипните себя. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю на консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству. На этой карте история создания известной нам сейчас Украины. Дорогі мої українці, як і обіцяв, знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу, усе те, що ми будували, заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу, до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки Збройних сил України. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки. Ви потужна сила, ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні. Я поговорив з Байденом, Джонсоном, Шарль-Мішелем, Дудою, Наусєдою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати
демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні! А теперь, заклятые вражины, можете мочить друг друга, хоть в сортире. Вот уже на протяжении нескольких лет войска НАТО перекидывают на Восточный фронт. Вы начнете долбать друг друга, выясняя, кто хохол, а кто Москва. Оружие вам будут подвозить периодически. Победителей среди вас не будет, будут только побежденные. Жаль, что из истории мало кто извлекает уроки. Ровно 100 лет назад закончилась гражданская война и иностранная интервенция. Теперь все повторяется вновь. Все, кому удалось пережить биологическую войну с модным заболеванием, придется пережить гражданскую, братоубийственную войну и последующую за ней зачистку, которую будет проводить контингент европейских интервентов. Те, кто еще по воле судьбы выживет, окажутся вновь в каменном веке. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.